Вместе с главой муниципалитета он возложил цветы к монументу «Стена плача». На постаменте мемориальная доска с именами и фамилиями погибших. Сегодня здесь ничего не напоминает о том страшном дне. Работают школы и больницы, строятся новые спорткомплексы и дороги. Вениамин Кондратьев посмотрел город. В центре Крымска сейчас возводят новый мост через реку Адагум и ведутся берегоукрепительные работы. Реконструкция моста началась в 2016-м. Завершить такой объем работ планируют к концу этого года. Сейчас он двухполосный мост, а будет четырехполосный. Мы просто разгрузим данный участок дороги. И самое главное – это удобство. Это и тротуарные зоны прохода будут, и четырехполосные соединения. И даже на сегодняшний день, когда строится мост, мы не испытываем никаких препятствий. У нас нет реверсионного движения. У нас также сохраняется двухполосное движение. Коллеги, вот это самое главное. То есть комфорт жителей Крымска в данном случае основная наша задача. Заехал глава региона и в среднюю школу номер 2. 5 лет назад большая вода не пощадила и образовательное учреждение. Школу восстановили за 2 месяца, а сегодня это новое здание с просторными классами и современным оборудованием.